Привет, Илья. Привет. Перчатки тебе не понадобятся. Сегодня мы сыграем в гандбол. Хорошо. Илья, ну ты молодец. Ну, есть, конечно, небольшие нюансы, которые я тебе объясню. Немножко в гандболе у нас немножко другая специфика. Ты пытаешься нижние мячи отбить руками. Ноги должны у тебя тоже работать, ты должен помогать себе определенными движениями ногами. Тебе будет проще, потому что руками, когда тянешься вниз, ты теряешь время. И руки у вас все-таки в футболе вы принято руки держать чуть-чуть пониже. Мы держим ее руки вот на уровне головы. То есть, когда броски идут в область головы, тебе проще будет отбить верхние мячи. Тебе не надо, ты не теряешь времени для того, чтобы их поднять. Тебя сразу наготове. Опустить, тем более, руки быстрее, чем поднять вверх. У нас немножко больше времени для принятия решения. Ну да, у нас все-таки ворота чуть поменьше и расстояние немножко другое, чем у вас. Но, тем не менее, я молодец, неплохие результаты. Спасибо. Было интересно. Да, интересно почувствовать себя в таких воротах, тем более с человеком, который в этом разбирается, показал мне некоторые приемы, повеселились. Хорошо провели время. Оказавшись в этих воротах, чувствую какие-то нюансы и понимаю, что чтобы удачно их играть, надо немного тренироваться.